Всем привет, ребята! Здравствуйте, с вами Братуха. Ой, черный экран Малевича. В общем, у нас игра пока загружается, ребят. Че-то я поспешил, да. Все настроил, кроме игры. В общем, смотрите, LD-плеер загружается. Появляется рабочий стол. Включаем игру. И переходим к обсуждению, ребята, комментариев. Очень насыщенные комментарии под последним видеороликом. Начнем. Так. Начнем, ребята. Первый комментарий от коня педального. Здравия желаю, Владимир Борисович, потому я и не качаю дальше бомжовского уровня, потому что смысла нет. Испортят потом, что с ним делать. Старички, которые еще тянут, их можно покормить. А новых пока смысла нет. За фильм спасибо. Посмотрю, продолжай в том же духе. Тебя всегда интересно смотреть. Действительно, ребята, действительно, действительно все так и выглядит. Дело в том, что нового робота, ребят, качать, конечно же, надо. Да, он же новый, он же тащит, он же имба. Но дело в том, что пока мы без серебра, без голды, на то, чтобы ускорить прокачку и так далее, а за рекламу не всегда получается работать, крутить, потому что и забываешь, и работаешь, и туда-сюда. Пока робота прокачаешь или пушки новые, их обязательно, ребят, понерфят. Вот такие вот пироги. Вот это вы качаем старье. Да, был такой комментарий, братуха старье качает, а новое на складе валяется. Напоминаю, в группе у нас... На 23 февраля конкурс объявлен в группе Воробоц 18+. Ребятухи мои дорогие, так, в группе Воробоц 18+, конкурс, и он продлится, ребят, так, итог, да, 23 февраля он продлится, до 23 февраля, так что заходите, ребятухи, обязательно надо сделать репост. Репост. Обязательно надо сделать репост этой записи и поставить лайк. Следующий комментарий у нас от Алексея Бобрикова. Наташку взлетать научили. Пушку приделали. Хоук получился. Так и есть. А прокачки, повторюсь, что не качай, нерв неизбежен. Робота какого-то ждешь, а смысл? Судьба его предопределена заранее. Да, ребята. Вот именно так. Вот именно так пишут мои подписчики. Ждешь нового робота? А смысл? Человек, который заплатил деньги, да, согласен, он его быстро прокачал. Он на нем, как говорится, быстро начнет играть и подольше поиграет. А мы с вами, пока этого робота получим, пока эту робота прокачаем, пока на него вооружение соберем, пока пилотов, то да все. В общем, полноценно понагибать на роботе не получится, его понерфят. Все верно сказано, ребят. Продолжим. Воробоц 18+. Вот такие вот интересные у нас в нашей группе Воробоц 18+. Вот такие вот интересные мемы, интересные картинки. И что я вам хочу сказать, заходите в нашу группу и тоже на стенке делитесь всем интересным, что у вас есть. Только начав играть, Воробоц Степан понял, что третья почка это не патология. Адар божий. Три почки, пиксоники и воробоц. Ну, где-то я точно такой же видел, но в другой игре. Я тоже хочу такой дар. Юлиан Зотин тоже хочет такой дар. В общем, заходите, ребята, делитесь интересными такими штучками. Вот. И следующие пара комментариев у нас это от Алексея Андреенко. Привет, Володя. Робот Шелл похож на стриптизера. Выходит в одежде, а после стычки с другими роботами раздевается. Че, согласитесь, так оно и есть. Шелл выходит одетый, 100 одежек, и потом отлетают, как 100 растежек. Сразу же, как только про стриптиз заговорили, я вспомнил о нашем минувшем друге Джоне Долларе, и сразу подумал, почему бы не сделать разработчикам легендарного героя Джона Доллара, ну, с лицом Джона Доллара. Заплатить ему там за свое лицо там $1000, там 2-3, да, и сделать Джона Доллара стриптизера. Вот такой вот, ребята, интересный казус, да. Следующий комментарий у нас от Александра Летяга.
Володя, привет. Ну хорошо, ангар не чистишь. Дело хозяйское. А мастерская? У тебя точно два инквизитора в деталях. Они сейчас, ну, явно не нужны. Посмотри. В эту игру, кроме времени, ничего вкладывать нельзя. Поэтому скинуть хлам самое оно. Ребят, я частично согласен с этим парнем. Но вы обратите внимание на то, что вот она мастерская. Вот она, ребята, детали. Вот мои детали. 30 тысяч игнайтера, 28 тысяч инквизитора, 26 тысяч экзодуса. Возьмем, например, экзодуса. Продаем экзодуса на 5 миллионов. То есть, продав 26 тысяч деталей экзодуса, мы получаем 5 миллионов серебра. В итоге, все это, если продать, миллионов, ну, 50, может быть, наберется. А потом, что делать будем, ребята? Если что-то появится интересное, конвертацию мы с чего возьмем? А? То есть, все вот эти детали, я абсолютно, ребята, понимаете, оружие можно конвертировать в оружие. Робота в робота. А вы мне скажете, братуха, но в мастерской роботы появляются только когда их понерфят уже, типа. Но почему? Робота хочется, всегда можно конвертировать, даже если он понерфленный. Если я все детали продам, вот эта кнопка конвертация, я могу забыть. Так что пусть детали копятся, ребят. Опять же, я же не просто так все это коплю. На всякий случай, понимаете? Если вы привыкли жить, и у вас, блядь, в кошельке нет ни рубля, и типа да, на неделю как-нибудь проживем, то это ваши проблемы. Я всегда живу так, чтобы у меня, блядь, на черный день осталось. Чтобы у меня в случае каких-то там проблем денежных всегда можно было достать из заначки и накормить свою семью, или там конвертировать робота, или пушку, или еще что-то либо. Понимаете? То есть вот так вот, ребята, вот так. Следующий комментарий. Это у нас от Владимира Мыльникова. Прошлый ролик «Герой». Володя, отпороть, а не отодрать. Оскорбляешь мне мое мнение. Разные слова. Он написал, что типа отпороть меня можно за 30 тысяч долларов. Отпороть в каком плане? В физическом, я так понимаю, да? То есть приехать домой, отпороть меня за 30 тысяч долларов. То есть каким образом? Нанять парителя, какого-то там маньяка, или нанять убийцу, киллера, чтобы он меня отпорол. А чем отпорол? Веником? Кнутом? Или отпорол в задницу хуем? Простите меня, пожалуйста, за мой французский. Дело в том, что у меня, я не знаю, как у него, у меня отодрать, отпороть, отъебать. Это все одно и то же. Понимаете? Все одно и то же. Я не знаю, чтобы, блин, взрослый мужик Владимир Мыльников думал, а когда он пишет такие слова, думал, отпороть — это меня кнутом отпороть. Или веником. Или прутиком отпороть, он меня за 30 тысяч долларов собрался. А никак не вложил это сексуального какого-то жесткого характера. И вот Анастасия Богданова встала на защиту моего мнения. Отпороть и отодрать — синонимы, что в смысле наказания, что в сексуальном воздействии. Потому что я как бы взрослый мужик, чтобы меня пороть. Меня можно только как бы надругаться, ну, изнасиловать, как бы можно сказать. Пороть-то я на лавку не лягу уже, как бы не помечаюсь, да. Судя по всему, только двоим из сорока показалось, что ты просто хочешь отшлепать братуху, а не жестко надругаться. Писать надо, ребята, понятно. Отпороть кнутиком, например. Бля, ну это же чушь, конечно. В общем, вот так вот, ребята. Ну и тут какой-то скриншот непонятно откуда выскочил. Это говорит о том, что все, закончились у нас комментарии для обсуждения. И мы включаем бустеры и на том же старом ангаре идем, ребята, популяризировать, рекламировать нашу игру, в массы нести, да? Показывать, что и на старье тоже можно воевать. Ребята, на смерть. Все, сдох аккумулятор. О, блин, ну закрой дверь, иди. Сейчас поставлю на зарядку. И у нас что получается? Аккумулятор у ребенка сдох. А сейчас, ребят, нажмем кнопку. Так, зарядка пошла. И в кнопку превосходства, ребята, на смерть.
На смерть! На смерть! Типа того. Музыкалки, там опасно. Аномус монус. Толкает меня. Давай вперед, говорит, на музыкалку иди. Я как бы жить хочу. А, я включил лечилку, дурак. Слава богу, я от него убежал. 200 метров, как вы видите. Сокращает дистанцию. Хрен его убьешь. Даже до ластенда не довести. Это три акустики. Вот бегает. Двоих уже сожрал фантомов. Ну, фул прокачка, ребят. Это вам не туда, не туды-сюды. А дело-то в чем? А дело в том, что попробуйте вот прокачать вот это все. И заиметь. Вот. Для этого надо еще и поиметь эти пушки. Вот в чем прикол. Ну, завалил, смотрите, одного фантома, второго фантома. В общем, всех завалил. Кланов Zero Suspect. Ну, если не забуду, надо посмотреть его ангарчик. Следующий робот. Робот Shell. Как мы видим, он тоже на акустике. То есть это все врытые бабки. Для того, чтобы тащить и всех все убивать. Вот такие пироги. Но даже этот робот несет какие-то там... Любят братуху ютубера, любят. Смотрите, остался до последнего, чтобы меня гасить. Вот такие пироги. А вы говорите. Печально. Вот так и охотится за братушкой и чпокает всех роботов. Это хук у парня. Этот хер пытается... забрать маяк, сейчас посмотрим, получится у него или нет. Тоже подбежим поближе. Попробуем спрятаться, но наказать его. Ланселот, вы посмотрите, Ланс! Обалдеть! Вот так люди играют. Ого, два выстрела и нет парня. Зеро, на чем он, как вы думаете? Я думаю, он на криопушках против шелов и всего остального. О, шикарненько. А, он в пасшифт вошел. Ну, сейчас не успеет уйти, по идее, я его должен убить. Да, потому что... Скажите, хоуков понерфили. И они теперь при взлете убиваются. Маяк сохранил, братуха, товарищи. Ланс, смотрите, что делает Ланс. Обалдеть. Ланс идет. Бронящий-то, смотрите. Ой, не дошел. Жалко этих лансов. Парняга, смотрите.
Бэтмэчина 313. Зира из Суспект идет, кстати. Ну пусть идет. Арканы! Насколько это бесполезное вооружение, ребят. О, у меня боеприпасы кончились. Но это нормально, сейчас шелла берем, потому что у нас тут появился и хер с горы, Zero Suspect. А, он прячется. Нормально. Ну как нормально, я ему только чит покромсал, да и все. Мы выигрываем. Титан 100% дамаг. Победа! Вот такие пироги. Понравился бой такой интересный. Ну, полтора ляма, пятое место. Француз и диск на первом набили. Побольше. Там что там у нас за ангары? А, невозможно загрузить. Хотя, смотрите, ключи получили. То есть ключи теперь мы видим, все получают ключи. Даже айосники. Вот смотрите. Клан Фруси Про. А профиль пока загрузить нельзя. Понятно. Этот парень тоже стопудово с айос. Так, у нас вот этот парень был вроде бы как на Ланселоте. Да, видите, тут Хаечи, Ланс. В общем, все старое вооружение. Пришел в игру, как говорится. Хотя уминт, смотрите, прокачанный. Откуда платину взял, непонятно. Ну ладно, я еще что-то хотел вот этого нового посмотреть. Он в топе, хотя домашки у него не слишком много. По два парня домашки набили больше. Но у него 5 маяков. Нет, он с Айоса. Но стопудово крутой прокачанный хер. Еще реклама. 44 уровня операция. Кстати, у нас тут один день остался. Ну, так, где-то 44 уровень видишь, то все, скоро конец. Призы, ребят, так себе. Режим превосходства на смерть. Фантом, пом-пом. Так, так, так. Клан Джесси играет против нас. Все, ребята, 2 минуты, 3. Делаем ставки, господа. Я, мне кажется, 6 минут. Вот будет 6 минут с какими-то секундами. А вы ставки делайте. Ну, когда бой закончится. Мне кажется, 6 секунд, 6 минут. То есть, примерно около 4 минут им хватит, чтобы нас разобрать. Ну, конечно, все будет зависеть только от братухи. Разумеется, да? Как он тут будет держать этот маяк? И от этого парня, Шелла. Насколько мы его быстро убьем. Хотя вот можно было и толпой убивать этого. Чтобы пушку поменьше было. А потом того разбирать. Но он коляный, смотрите. Четвертинку там убивал. Балати.
Маяк держит. Смотрите, как грамотно сейчас висит этот парняга. А вот и скорпион примчался. Не будем пугать скорпиона. Хочу, чтобы он тут остался. Вот он остался здесь. Его же понерфили. Разумеется, у него защита кончилась. Ой, вплотную ко мне шел идет. Все, убил. 50 тысяч снес, как с куста. Клан Джесси, ребята. Против Джесси там Зетко. Тоже голубой Джесси. И что-то я вот прям не вижу много людей. Уа, и народ лопается. Обалдеть, он лечится, ребят. Бешено лечится. Ну, крупная аптечка. Сами понимаете, да? Крупная аптечка. Пойдем вперед в атаку. Ни хрена я его не пробил. Мои 4 тарана ему вообще никакого урона не нанесли. А! Обалдеть! Обосраться и не жить, ребят. Ну чё, остается 47 секунд для того, чтобы мы проиграли. А нет, видимо, я ошибся. А вы ставки сделали? Ай, ребята! Ой-ой-ой, сейчас валят братушку. Ай-я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 й. Ну надо Ноденса сначала, потом Артура. Так, у нас перезарядка. Маяк забирают. А вы думали как? 5 минут уже боремся, ребята. Хоук уже ничего не может со мной сделать. Понерфли это животное. Все, зажали нас. Ну, город там отвоевали. Нет смысла мне лечиться, бесполезно, все равно убьет. Стоим до Талова. Вперед, ребята, тискаем его. Разворачиваем его к команде к бокам.
Жирный оказался, сволочь. Мои последние выстрелы. Ноданс. Вот такие, ребята, 2 минуты! 3 минуты осталось! Нифига мы продержались! Нет, ну понятно, что с меня толку никакого. Такой проигрыш. Вау, блин, вот это каточка. Эх, мне бы ангарчик, я... Ох, 3 ляма 100, я на втором месте. Ой, нифига себе, Джесси Зетка, смотрите, 8 маяков взял. То ли ему помогали там брать маяки, по очереди стояли. Скорее всего, да. Скорее всего, да, они по очереди маяки там брали. На дальнем левом маяке. Вот это да, Лазар у нас 2 ляма, 2 ляма, 2 500, 3 100, 4 ляма, ребята. Был почти целый взвод клана Джесси. О-о-о-о, мурашки по коже. Вот это бой, вот это да. Вот здесь, смотрите, на меня никто внимания не обращал практически за мной. Ну, никто не бегал. И я свободно играл, как все остальные игроки. Это очень здорово. Арнав Пое, ребята, и... Романа продается за 8000 рублей. Кого денег не жалко, покупайте. А мы идем в третий бой этого вечера, ребята, на смерть. Ну, кому понравился второй бой, обязательно лайкос и комментарий про второй бой, ваше мнение. Как я сыграл, плохо ли, хорошо ли. Как мой ангарчик, ребята. А вы говорите, фуфлыжные ангары. Поймите, если кто-то будет за мной бегать специально, потому что я братуха YouTube, а не кто-то там, какой-то там выпердыш прокладка. Я великий игрок и самый лучший блогер, шоумен и ютубер, ребята. Импровизация мой конек. Опа, 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 опа. А другие только по книжке, по тетрадке, по записям из блокнота могут... контент делать. Запомните это. Давай, вали. Братуха поверил в себя. Ё-моё, ну это просто жесть. Давай, 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 давай. Сдохни, сдохни. Йо-хо, лечилку включаем. Жаль, маленькая лечилочка, но энергоблоков, ребята, чуть-чуть. 750 энергоблоков осталось. Телепорташечка не сработала. Ой, нарвался. Нарвался, ребят, ничего не могу поделать. Уничтожает моего фантома парень. Да, убьет его. Да, их тут двое. Ничего не поделаешь, все, убегать приходится назад. Коржи так именно так и работают. Ой, да, не, ну пока держим ситуацию. 4 маяка, 5 маяков синих почти было. 4 синих. Что-то прям красноперые совсем сдулись. Увидели в противниках братуху и говорят, все, бежим отсюда. Сейчас нас уничтожать будут таранами. Искоренять будут личами. Центральный маяк наш сейчас будет. Вот это да. Вроде смотрю, хелс. 2 хелса против нас играет. Не какие-то там мудилы с клана трэш, а нормальные пацаны. Ой, ребята, давай, давай, не успеет парень, прям успел приземлиться. Успел, сейчас зайдем. Опа-на, почти слили пацана, но у нас перезарядка. Ой-ой-ой-ой-ой.
Сейчас личуху забьют, ребят, до смерти. Забивают личуху. Ну, 5 секунд перезарядка. Он меня быстрее шлепнет. Да! Чё, пушки у него какие-то ссаные, непонятные. Оба! Прыжок! Отлично, а то спускаться с этих лестниц, как заикой будешь, ёкарный бабай. Выходим на позицию для стрельбы, а то маячок захватывает. Взлетай, гадина! Сейчас Найтингилы не рулят с маячками. Ага, куда-то летит. Летит утырок. Ну ладно, лети, я маячок захвачу. Обратно. А летит он вперед. А, лузер. Маяк наш. Да-да-да-да-да. Прыгуны не в рот копаться. Да-да-да-да. Бла-бла-бла, да. Ой, инвиз, ой, телепортажка. Че, блин, серьезно, что ли? Да, напичканный, смотрите. Парняга, напичканный всем. Ох, да. Хопс, готово. А маяк он успел взять. Я лечу, чтобы маяк хотя бы в нейтральный цвет сделать. А то там по мне титан сейчас работает. Во, только сейчас мог нацелиться на титана. Надо сливать, чтобы взять Ауджана. Хелт, смотрите, внизу уже подсасывает маяк. Не тут-то было. Пилот Пендергаст его зачпокал. Нагнул, натянул, отодрал. Отодрал, да. Как Сидорову козу. Да-да, парниша, да-да. Это братуха. Цыпляльчик из цыпляльчиков. Да-да, ребята. Это я. Добро пожаловать в ад. Шикарные бои, ребята. Обалдеть. Сегодня хороший вечер. Даже рекламу посмотрим. За рекламу нам насыпали аж на 1 000 000 серебра на 3-м месте. Вот так, ребят. Ну, интересный тоже был бой. Не такой, как бы, денежный, но интересный. 45-я операция. Как-то быстро у нас операции скачут. Быстро скачут операции, что-то не к добру. Ну, в принципе, какие новости? 270 у нас жетонов. Сегодня на втором канале Братуха Лайф мы откроем особый конверт, и уже на следующий раз будет особый приз. Особые призы у нас вот такие. Но как вы помните, у меня выпал Dread Shell. Dread Shell. Может выпасть две пушки Dementor или Ox Minus. Но у меня уже выпал Dread Shell. Неужели мне выпадет второй? И также выпал глайдер. В прошлом ивенте не очень были такие призы, но я был доволен. А сейчас прямо два приза таких просто огромных, крутых приза, можно сказать. Но опять же настанет время, когда эти дроны просто нахрен не нужны будут. Потому что они будут все одинаковые, их будет 5, 6, 7, 8, 9 золотых и так далее. В общем, зажремся. Так что заходите, ребята, на второй канал Братуха Лайв обязательно. Вот так выглядит канал Братуха, народный блогер без купюр на смерть. И еще иногда Бравл Старс там бывает. Братуха Лайв, так и называется. Так что на второй канал Братухи заходите. Братуха Лайв
в Ютубе набираем, а то ребята пишут, а как твой канал второй, где найти? Вот там найти, в интернете. С вами был Братуха сегодня, надеюсь, вам понравились видеоролики. Вернее, понравился видеоролик, понравились бои. И это, ребята, только пока что на этом ангаре. Если бы компания Pixonix, а там Tosla или какие-то другие ребята, которым я нравлюсь, могли бы там что-то как-то проспонсировать для интересной игры, то, разумеется, были бы другие бои, другие бы интересные моменты. А то, что если бы было бы спонсорство, и ребята пишут, ты бы был бы похож на Гликмана и Артуриона, нет, ребята, абсолютно нет. Потому что я умнее, интереснее, я шоумен, а не просто какая-то там пародия или что-то в этом роде. Нет, ну, за Гликмана я могу сказать, что он талантливый человек. А вот Артурион, и это уже, ребята, не то. Это уже, ну, пиявка, пиявка на телеобщество, пиявка на телеблогеров. Это прокладка между игрой Robots и его подписчиками. А я, ребята, личность. Я Гликман, я личности. Кто у нас в русских сегменте личности? Это Гликман, это Братуха, это Пирожок ТВ личность, бесспорно. И питерский, это личности. Ничего нигде, нигде ничего не подсасывают, сами все своим трудом добивается. Ну, кроме там ресурсов у Гликмана. А так, да, талантливых людей видно. С вами, ребята, был Братуха. Подписываемся на канал, ставьте лайки, дизлайки, оставляйте свои комментарии. Ваше мнение очень важно для нас. Все остальное мусор. Запомните, не держите вокруг себя мусор. Держите только нужные вещи, нужных людей. И все будет у вас хорошо. Пока-пока.